2018 год объявлен МЧС России годом культуры и безопасности. Он предусматривает проведение целого комплекса мероприятий по профилактике возникновения чрезвычайных ситуаций. Одна из акций – 7-й всероссийский пожарно-спасательный флешмоб. Сегодня мы в рамках года культуры и безопасности проводим мероприятие «Флешмоб», посвященный здоровому образу жизни. Соответственно, на данное мероприятие приглашены участники школ, сотрудники Одинцовского пожарно-спасательного гарнизона. Данное мероприятие будет красочным, проведено оно будет на льду, на коньках. Всех приглашаем желающих. Действительно, такое удается увидеть не каждый день. Пожарные катаются в настоящей боевой форме. Если бы этих ребят послали в Пхёнчхан, то золото в одиночном мужском фигурном катании точно было бы нашим. Кульминация ледового этапа праздника – перетягивание пожарного рукава. Совместно с пожарно-спасательным гарнизоном эти мероприятия мы будем выполнять в установленные сроки. Это планы и эти мероприятия будут способствовать обеспечению безопасности, жизнедеятельности населения и, соответственно, будет осуществляться пропаганда подрастающего поколения для того, чтобы были готовы к защите себя и в целом, как говорится, территории от тех возможных рисков, которые могут быть на территории района. Важной частью акции стало знакомство ребят со спецтранспортом и пожарно-техническим вооружением. Им удалось своими руками пощупать оборудование, которое в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций спасает человеческие жизни. В знак благодарности за нелегкий труд пожарно-спасателей одинцовские школьники выстроили перед участвующими во флешмобе автомобилями слово «МЧС». Петр Горохов, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».